Друзья, мы находимся на дико модном бэкстейдже. Прямо сейчас. Вы даже не представляете, насколько много необычных женщин и мужчин здесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Маргарита. Маргарита или... Женщина-кошка. Это правда. Вы сегодня в образе женщины-кошки. Ну, расскажите, как вы пришли к такой жизни? К такой жизни? Ну, вот все последние деньги я дала зоопарку, поэтому ничего не смогла больше надеть. Хорошо, что Дима подарил еще очки. Супер. А вот пятнами вы покрылись перед показом или все-таки постарались визажист? Это, конечно, постарались визажист. Круто. Как вообще настроение перед выходом на подиум? Настроение боевое. Очень хочется наконец туда попасть и, конечно же, устроить грандиозное шоу. Что будете отдавать зрителям? Энергию. Энергию и красоту. Класс, спасибо большое, удачи вам. А мы идем дальше и поговорим сейчас с дизайнером. Где же Дмитрий? Ищем Дмитрия. Вау, посмотрите, здесь обнаженные мужчины. Здравствуйте. Как вас зовут? Тарзан? Федор. Федор. Федор, расскажите о вашем шикарном образе. Да я даже не знаю, что из меня слепили. Леопард какой-то, полутарзан, полулеопард. Что на вас надето? Трусы. И сапоги. Все, сейчас я их сниму и пойду в трусах. Супер, удачи вам на подиуме. Так. Идем дальше. Сейчас мы будем искать тигриц и леопардов. Вот, посмотрите, какая девушка. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Луиза. Прекрасно. У вас, мне кажется, самый провокационный образ на сегодняшнем показе. Как вы решились на это? Да не знаю, обычно. Обычная работа. Просто вы так, в принципе, ходите постоянно? Нет, только на показе. Класс. Как вообще настроение? Отличное, хорошее. Немножко непонятное, но хорошее. Что будете сейчас отдавать зрителям на подиуме? Секс и энергетику. Класс, я желаю вам удачи, а мы идем, все-таки найдем вашего дизайнера. Где он? Он там. Пойдемте. Очки не снимаем, точки не ставим, серьезные лица, легкая динамичная походка. Девочка-мальчик, снимай. Маша, иди сюда. Вообще кайф. А, потом Маша, потом все остальные, потом Маша переодевается в шубу. Но мы перед ним пускаем мальчика. Не будем? Да. Дима, три минуты. Да, скажи нам, как вообще, что тебя вдохновило на создание таких дико модных образов? Это мой любимый оттенок, это неоновый, желтый, неоновый, розовый, я очень люблю, и леопардовый принт. Я совместил эти два любимых момента, и у нас получилась такая замечательная коллекция. Скажи, девчонки пятнистые, они вообще от природы такие пятнистые или все-таки это аквагрим? Это проявилась их сущность. Они все леопарды, гепарды и пантеры. 100%. Я желаю тебе удачи. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, спасибо. Погнали, ребят, дальше. Можно я проверю ваши капюшоны?
Ну что, ребят, буквально через несколько минут самый дико модный показ «Волки» на неделе моды в Москве. Посмотрите, кто у нас здесь стоит. Здравствуйте. Привет, привет. В каком образе ты сегодня? Я в образе волка. Волк или медведь? Нет, я волк. Я в образе волка. Класс. Как ты готовился к этому образу? Или ты, в принципе, по жизни волк? Я по жизни могу принимать образы. Не надо мне для этого готовиться. Как вообще настроение? Что сейчас будешь транслировать на подиуме? Как взаимодействовать со зрителем? Все супер, настроение крутое, я буду наслаждаться моментом. Вот, а люди будут наслаждаться мной, вот и все. Класс, удачи тебе. Спасибо. Ну что, ребят, я думаю, мы заканчиваем. И прямо сейчас переключайтесь на показ, потому что до показа осталось буквально несколько минут. Волки на неделе моды в Москве.